Хочешь развиваться, ищешь пассивный доход, покупай зарядную станцию в компании «Автоэнтерпрайз», ты инвестируешь 1000 долларов, при этом можешь заработать 100 и более долларов в месяц. Покупай зарядную станцию, выбирай классное место, а мы поможем тебе все настроить. Построй свою сеть зарядных станций и управляй с помощью смартфона с любой точки мира. Больше подробностей узнай по телефону или на сайте автоэнтерпрайз.com.ua. Удачи! Здравствуйте! Здесь план перехват останавливаем. А что за план перехват? Что случилось? Стрельба в городе. И что, может, значок не одевать теперь? Я извиняюсь. Че остановили? Че остановили? Так подождите, у этого свет не горел, а у этого этот план перехват. Вы хоть заодно смотрите, договоритесь. Свет не горел, у человека отсутствует левое зеркало еще к тому же. Так я не понял. Здравствуйте. Зеркала нет левого. А что у вас случилось? О, это у вас план перехват. А что вы тоже этот значок перехватываете, да? Не, вот он. Ну так а что вы не? Вы же план перехват, вы же полиция. Так а что, пацана, план перехват, а он при чем? Я ты кому-то стрелял в лицо сегодня? Никому. Я не стрелял. Я с подфарниками ехал. Ну, а подфарники можно. Вот, смотрите, зеркала просто нету. Так, а причина остановки какая была? Причина изначально план перехват, отсутствие света. Что, отсутствие света сказали тебе? Отсутствие света. Отлично. У него свет был. То есть причина остановки незаконна? Нет, света не было. Подфарники были? И там, смотрите. Подфарники были? Не подфарники, а ходовые огни. Были? Они установлены не по ГОСТу. Подождите, вы определяете по ГОСТу или нет? Сейчас, вот сейчас размотаем вас. Потом Подождите, зеркала нету, это было, это называется выявление правонарушений в процессе остановки. Это запрещено законом. То есть вы остановили и выявили. Это запрещено. Давайте разберемся о причине остановки. Она была законна, у него горели ходовые огни? Ходовые огни? Секунду, сейчас с вами закончим тоже. Ходовые огни. Горели? И на данном транспортном засобе не предусмотрено нас. Кто это? Вы определяете? У него есть регистрационный документ? Да. Нормально. Техосмотр у нас есть в стране? Техосмотра нету. Тогда вы какое имеете отношение к тому, что он сделал? Какое вы конкретно? Ближний свет фар. А ближний свет фар может не гореть, если есть подфарники? Ну, подфарники установлены. Кто это определяет? Смотрите. Кто определяет? Секунду. Кто это определяет? Это определяет полиция? Это вы определяете? У нас для этого есть техосмотр, который отменили. Как вы можете решать, конструкция автомобиля внесено изменение или не внесено? Вы эксперты? Секунду. Можно. Но можно также ездить и на ходовых огнях. Это не запрещено. По конвенции это разрешено. Конвенцию он не нарушал. Он ей руководствовался. Причина остановки была незаконна. А в процессе остановки вы выявили, что у него нету зеркала. Я вам объясняю. Если человек с отбитым зеркалом... Я вам объясняю. Если бы он причина... Может. Все, он может вообще в лицо выстрелить кому-то и морозиться стоять. Он тоже может. Но мы сейчас, вами, мы сейчас по закону с вами говорим. Вот из-за этого нас, Александр, сюда и выставили, чтобы мы останавливали и выявляли подозрительные. Он чем-то... Можно найти на секунду? Пока не подозрительно. Загляни, пожалуйста, сюда своим подозрительным лицом. Ребята, это подозрительное лицо? Да, здравствуйте. У меня напарник вас смотрит на работе. Отличный парень, поулыбчивый. А чем он подозрительный? То есть вы изначально нарушили закон, остановили без причины его. Объясняю почему. Потому что пацан ехал с ходовыми огнями, что не запрещено конвенцией. Он может так двигаться, ему закон разрешает. Причина может быть... Какую назвали тебе? Остановка, потому что не горят фары. Все! Все, ребят! Нет, потом можно придумать, что он Анджелу Дэвис тоже убил. Можно! Нет, ну подождите. Ну как вас ждать? У человека отбитое зеркало. Пожелайте ему счастливого пути, молодому парню. Испечите на работу. Пожелайте счастливого пути, отдайте документы, я пусть едет. Документы, давай, дружище, рули. Все, счастливо тебе. Да может, ты можешь. Да. Все, счастливо тебе. Паренек, нашли пацана, поймали на Сиере несчастной. Вот что, от хорошей жизни на этой машине ездит или что? Вот вы стали, например, ребята, не очень, честно вам скажу. Ну, нас сюда так выставили. Давайте на вас напишем заявление за значки. Хотите? Ну, которые вы все время забываете выставить, вы все время прячете их вовнутрь, почему? Не, сейчас это я вам замечание сделал. Спасибо, я принял вас. Что будем делать с вами? Будем вас наказывать? Давайте мы вашу машину поставим по-человечески нормально, и вы будете тут... Нас, чтобы было видно, мы выставили специально. Что, нельзя ставить стать по правилам, красиво. А потом вы тут прячетесь, как гаишники раньше. Не-не, вы не прячетесь, вы наоборот, вы даже иногда слишком на показ это делаете. Не, так мы специально так и стали, чтобы люди видели, включали заранее.
те, кто видят, включают заранее фары, проезжают, все в порядке. То есть у нас там кому-то в лицо стреляет, это все мелочи. Главное, чтобы фары на трассе включали. Нет. Вот, кстати, без фар фура едет. Ну, мы ж не перебежим. Кидай жезла в него. Ребят, я вам скажу так. Фары. Смотрите, у меня даже уже все, у меня же прочерки, у меня же батарея села настолько, что у меня прочерки. Все. Я все равно еду с фарами. Значит, это крайне необходимо. На 120 километров этот лифт проезжает конкретно. Это старый лифт, он проезжает очень мало. Это еще зимой. Живой, да? Не, ну возьмем, 120 это уже не очень живой. А вообще сколько? Вообще 150 проезжает. Ну есть ли выгода вообще? Потому что... В вашем случае на плюс я вообще не переживал бы про выгоду. Мы вас заправляем, ну мы как граждане. Мы вам их купили, чего вам переживать? Мы тоже платим налоги. ПДВ самый большой налог. Подождите, ПДВ это не то немножко. ПДВ это ПДВ, а мы еще платим налоги с прибыли. Вы-то не платите. Я когда приезжаю на вызова, я не о вас как говорю, по конкретно. И человек, который всю свою жизнь пил темно-фиолетового цвета, он говорит, я плачу вам налоги, мне просто становится смешно. Когда человек разу ни дня не работал, А почему думаешь, что он не работал? Ну, может быть, когда-то давно в молодости, но по внешнему виду понятно, что он на работу не способен. Ну, я вам скажу так, нельзя по внешнему виду определять, я вам все почему. У меня есть друг, он работает на Запорожье-Стали. Он выглядит так, как вы только что описали. Но при этом всю жизнь он работает, пашет на заводе условно, но налоги он платит. Тем не менее. Согласен. Может, согласен, он бухает, да, потому что налоги такие большие, что он их платит. Ну да, потому что же такие. Ребята, я желаю вам, чтобы вам в лицо, не дай бог, никто не стрелял, чтобы все было мирно, чтобы все было хорошо. Вы только запомните одно. Если увидите темно-синий, черный или темно-зеленый ланос с номерами 10, 15, 2, синими, да, такими, с МВС значком. Нет. Нет. Они не могли стрелять. Все как раз и могли. Стреляли бандиты. Человек. Ребята, я вас попрошу одно. Свет на трассе, это, конечно, важно, но это не есть такая история, за которую надо штрафовать и наказывать людей. За свет по порядине, 125-я статья, вы что? Никто не это. Хорошего вам дня, счастливо, удачи. Сотрудницы полиции города Запорожья, которая реально снималась в порно, взяли меня на понт, меня, как любого водителя, вот так вот раструсило. Задача была этого человека убрать. Можем после интервью пойти похавать у меня в машине, нет проблем.